Всем привет, с вами Виталий. Сегодня у нас в гостях Гришаня. Мы играем в Резик 6. Гриш, поздоровайся с людьми. Всем привет. Сегодня, короче, у нас такая тактика. Гриша колоть всех руками, а я стреляю. Все, короче, как обычно. Сегодняшняя моя запись телека. Вообще так непривычно. Ах, он меня ударил. Снайперы появились. А чьи их? Надо понять, где они. Нашел одного. Откуда они стреляют, я не пойму. У тебя стоит прицел или лазерное наведение? Прицел. Поставь лазерное наведение, позволит определить, где снайпер. Да я уже примерно понял, где он, я просто могу от этой толпы откинуться. Вон я его вижу. Танк появился. Где он? Тебя убью. Нашел. Все убил. Хорошо. Ух ты! Да откуда эти дряни здесь? Чё там? Ну, вот эти взрывчатые болваны идут. А, они тут бывают, я помню. Oh,
Кстати, здесь я появлюсь. Всего-то. У меня тут враги кончились. Враги? Они все у меня, потому что, походу. Не, ну графон, конечно, что вообще охрененный. Мне кажется, что четвертым он стал даже чуть хуже. Почему? Ну не знаю, там все какое-то мыльное. У меня уже так нормально все. О, нифига себе, я одного убил другого. Да, вот так вот, нечего. Были бы таблетки, которые восстанавливали выносливость. Да. Да ладно, вот. Займись базукистами. Это они комбо сделают. Танк появился. Тщательно убивают? Да, не охотно как-то. Но вот базука — это проблема. А где она? Не знаю. Все, минус базука. Одна как минимум. А, все, танк уничтожен. Вот вторая базука на ящиках. Блин, у меня проблема, у меня вынос все очень сложно. Бежим, бежим, бежим. Меня кузнечик атакует. Чё там, стольких мы уже убили, аж почти 200. Почти 200, осталось 100. Там минус 3. Кузнечик атакует, смотри. Займись базукистами. Если бы сейчас на Диане. На ящиках. На каких ящиках? Пошел нахрен! О!
Так что у нас проблема с временем. Да. Дубасик. Здесь, по-моему, часы были. Меня хавают. Ой, у меня тут танк. Одного убил. Ах, меня схватило! Во-во! У меня время. Ага, меня 10 врагов осталось. Два врага. О, мы выиграли. Вроде у... Погоди. У агента вроде такой пистолет нормальный, нож. У агента снайперская винтовка, но такой себе на 5 выстрелов. И пистолет неплохой, ну, нож патрон... есть. Ты же еще и патроны будешь подбирать. Ника. А у него два автомата. Один с подстволкой. Сейчас попробую до тебя добежать. Гранатами откидывайся. Надо закрыть, походу, эту тюрьму. Какую? Которую зомбак пустит. Прикрой меня. Сейчас бежи. Пошел нафиг. На. Он меня схватил, А меня что-то шибет. Надо отступать. Куды? Куда угодно. Чертовски хороший план. Я валяюсь.
побежали. Хорошая. Лупи толстяка. Да. Еще один толстяк. Не вот так ужрайтесь, зараза. Блин, меня вырубили. Блин, тут меня стопят. Световая. Ой-ой-ой! Нет, нет! Пошел нахрен! Отступать некуда! Я слышу это уй-уй-уй-уй-уй-уй, да? Ну что нафиг? Что вообще происходит? Я упал, вот что. Я поднимаю. Да, минута осталась. Минуту мы продержимся. Мы здесь хилимся. Блин! Нет, не придется. Крыс для меня все-таки. А так все хорошо начиналось. Ага. Откуда? А, это кинули что-то. Плачь! Что-то я так долго убивать. О! А, детей тоже мутировать могут. Кого же? Красных хреновин. Тоже? Да. Проблема. Ах!
так. Вот там шанс не очень большой. Что это за задымление такое? Баллон взорвался. Пожарники с этим ходят. Не тушите ли. Автоматорщики. И мне оказался отклонник такой. Граната! Да, где-то ведьма. Меня ведьма ест. Все убито. Псы. У них бешеный дамаж, но при этом это их легко убивать. Вот просто берешь, толкаешь. Пожарника спину лупи. Они взрываются. Без нас пошел. Если что, я могу их инфокилить, короче, это с помощью брата их. Ага. Ходи назад. Видел, как убивают? Ага. Меня от пизда схватил. О, отлично. Граната. Блин, клевки у подклевателя опасны для меня. Блин, тут толстяк. Где? Меня. Флэш. Мне где... сейчас красную тряпку. Где ведьма? О, я нашел территорию, где можно прятаться. Смотри, спрятаться от кого, от чего и как? От всех. Они сейчас залезть не могут. Мне бы гранатку ща.
зале. Ты где? Я бегаю по переходу. Давай вниз быстрее. Сейчас меня окружают. Помоги. Гранату скупит. Есть граната. Пусть прыгай сюда, прыгай. Быстрей. Ведьма не смогла прилезть. Центре меня съели. Еще нет. Есть граната? Сейчас. Быстро, ФФФ. Блин, я тебя уже там без скилок оставил. У меня их много. Блин. Ты убежал? Да. Осталось еще половину убить. Мне патроны нужны. А я под гранаты не отказал. Снайперы повсюду. Снайперы тут везде. Ты внизу? Да. Бегу к тебе. Let's go.
где? Наверху, все там же. А, ты наверх ушел? Одну сильку не стреляешь. А ты снайпер в спину стреляешь. У спауна этих боссов есть какой-то алгоритм? Честно говоря, я не знаю. Может быть, рандом. Да, вроде. У меня проблема, мне дыхалку надо восстановить. Да, закрываю. Агать. Чё за прошутисты? Ну, как бы они так сюда и попадают. А, его дырявить можно, ломать нельзя так. Парашют можно дырявить? Да, вот обстрел, они упали. Сжигательная. Откуда идёт-то? Пока не знаю. Световая. Это ни секунды не световая. У меня не световая. Сжигательная была? Да. Я им займусь. Бей задних. Да я. Беру время.
Я забрался на самый верх. А? Вижу время. У нас 3 минуты сейчас. Идёшь врагов. Могу ты заняться моим танком? Да. Есть! Стелку видел, где тут спрейчик. Вот он, спрей. Где танк? Не знаю, внизу где-то. Я убью его. Еще где-то сидят. Не бейте туда. 8 зомбарей. Минус 2. Отлично. Ага. Ладно, ребят, на этом все. Мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока.